Добрый день, меня зовут Алексей. Я увлекаюсь рыбалкой уже больше 20 лет. У нас в роду вообще все по мужской линии были рыбаки, вплоть до прадеда. К сожалению, времени на рыбалку выделить много не удается. А хочется не только получить удовольствие от процесса, но и принести улов домой, похвастаться опять же, чего греха таить. Рецептов прикормов я перевидал множество, начиная с тех, которые видел еще у деда с отцом, когда они брали меня с собой на рыбалку. Конечно, со временем у меня появились и свои рецепты, но хотелось чего-нибудь универсального и желательно со 100% результатом. Сначала я занялся поиском прикормов на рыболовных форумах, но все, что там писали, мне давно уже было известно. Может, и знали мужики рецепт хорошего прикорма, да, видимо, не хотели рассказывать. В итоге на одном сайте я нашел активатор клёва Dryblooder. Прочитал описание и решил заказать себе сразу две упаковки. В ближайшие выходные я отправился испытывать Dryblooder в деле. Я проверял активатор на разной рыбе и в разное время года. Знаете, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот, собственно, мой сегодняшний улов. Для того, чтобы его наловить, понадобилось менее получаса. Применять Dryblooder очень просто. Достаточно добавить его к той прикормке, которую вы обычно используете. Здесь все подробно описано. Обычно тут мелочевка всякая ловится, только кошке впору отдать. А вот Dryblooder не только активирует клев, но и приманивает рыбку получше. У каждого свои секреты, как сделать улов больше. Но я, как рыбак со стажем, могу с уверенностью сказать, что Dryblooder на сегодняшний день – это лучшая прикормка для рыбы. Подходит как для новичков, так и для профессионалов.